Глубоко уважаемые коллеги, я постараюсь быть очень краткой. И прежде всего, конечно же, огромная благодарность всем сегодняшним слушателям, а самое главное докладчикам, которые представили не только актуальную информацию, но и смогли уложиться в тот регламент, который мы с вами сейчас живем, в новой реальности, в таких вот телемедицинских конференциях. И буквально несколько слов, потому что с COVID-19 сталкиваются не только сами пациенты, но и прежде всего медицинские работники. Если говорить об врачах, которые работают в области онкологии, это и клинические онкологи, хирурги, и радиотерапевты, и специалисты смежных специальностей, сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Так считает 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, состоявшаяся в 2019 году. При этом эмоциональное выгорание – это не болезнь, это не состояние. Его отнесли к факторам, влияющим на состояние здоровья населения, обращения и учреждения здравоохранения. И на большой конференции АСКО, которая была представлена в этом году, более 50 тысяч слушателей, она также проходила, как и у нас, в онлайн, было отмечено, что вот та работа, которую провело РУСКО, это ведущее российское общество клинических онкологов. Мы протестировали около 400 специалистов-онкологов, клинических онкологов, радиотерапевтов, хирургов, патоморфологов, клинических психологов, всех, кто, собственно, работают в области онкологии. Было показано, что у 72 специалистов, участвующих в исследовании, есть признаки эмоционального выгорания. Факторы, которые способствуют синдрому выгорания у онкологов, это и профессиональный фактор, и личностный фактор, и организационный фактор, включая на том или ином этапе нехватку или еще просто не дошли новые технологии в учреждение, поздняя стадия заболеваний, более высокая летальность, чем в других областях медицины, онкологических специалистов, длительное общение с негативно настроенными пациентами, которые стремятся решать свои психологические проблемы за счет общения с врачом. Эта работа ведется по изучению состояния синдрома выгорания у онкологов длительные годы в нашем центре, на кафедре онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета. Нами подготовлена, уже переиздана онкопсихология для врачей-онкологов и медицинских психологов, руководств, которым эта проблема подробно изучается, так как можно ли разрешить противоречие, необходимость ежедневно иметь дело со страданиями людей, помноженными на сложности в организации рабочих процессов, и при этом нежелание разрушать свою психику и разрывать свое сердце переживанием. Да, это возможно, когда врач умеет психологически, профессионально общаться с пациентом, не избегая эмоциональных контактов, но и чрезмерно не вовлекаясь в тяжелые переживания больного. Этому необходимо учить врача, причем со студенческих лет. В российском образовательном стандарте высшей медицинской школы нет курса по профессиональной психологической подготовки будущего врача к взаимодействию с пациентами. Но на кафедре онкологии под руководством профессора Алексея Михайловича Беляева, кафедры университета имени Мечникова, разработан образовательный модуль «Психологические аспекты профессиональной деятельности врача-онколога». И сейчас, конечно же, это все так или иначе усугубляется и сталкивается со стрессом на фоне повышенной готовности COVID-19. Нашим центром подготовлены временные рекомендации по совладанию со стрессом в условиях пандемии COVID-19 для медицинских работников и для онкологических пациентов. Данные клинические рекомендации вошли в использование в работе по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках Министерства здравоохранения Российской Федерации. Самое важное, что возникновение стресса в условиях пандемии представляет собой в основном нормальную реакцию на чрезвычайные события. Несмотря на это, существует множество стрессовых факторов, которые могут потенциально повлиять на психическое здоровье медицинских работников. И поверьте, здесь много написано маленькими буквами, но везде мы можем узнать себя, потому что мы сталкиваемся с теми страхами, которые, во-первых, адекватны, нормальны, нам надо
их признать, и нам надо на них адекватно отреагировать. Но то, что, в принципе, как можно совладать со стрессом для медицинских работников ситуации пандемии COVID-19, здесь представлены рекомендации, основываясь на доказательной медицине и в работе в чрезвычайной ситуации. Здесь вот буквально я остановлюсь на этих кратких рекомендациях. Нам нужно прежде всего отслеживать те симптомы перенапряжения, обращать внимание на определенные группы мышц. Это шейный отдел, икроножные мышцы, область поясницы и малого таза. Именно они сигнализируют об эмоциональном напряжении первыми. В экстремальных условиях важно обеспечить удовлетворение базовых потребностей, достаточные перерывы в трудовой деятельности, режим питания и физической активности. Нам самое важное сохранять привычную рутину, когда мы четко знаем, что в наших действиях будет запланированная последовательность. Избегать употребления психоактивных веществ, алкоголя в качестве стратегии преодоления стресса. А в долгосрочной перспективе они могут ухудшить ваше психическое и физическое благополучие. Не изолироваться эмоционально. Диалог, обсуждение ситуации с коллегами, которые испытывают аналогичный стресс, может помочь снизить эмоциональное напряжение. Оставайтесь в контакте с семьей, близкими, родственниками и друзьями. Отслеживать переживания, чувство вины, раздражительности, страха в связи с ограничением вашей возможности – это нормально. Нельзя требовать от себя больше, чем мы можем. Обращаться за помощью к коллегам, если у вас возникают затруднения при выполнении профессиональной деятельности. И, конечно, разграничивать работу и дом. Это очень важно. На работе мы на работе, работа заканчивается, мы дома. Дома мы должны четко заниматься той деятельностью, которая нам дорога, с любимыми нашими людьми. И здесь важно, что если мы не можем совладать со стрессом самостоятельно, то обращаться за помощью к специалистам психолога-психиатрического профиля. Это позволит избежать долгосрочных последствий стресса и патологизации возникающих реакций. Для пациентов, конечно же, у нас будет отдельная большая сессия, где мы углубленно обсудим эти вопросы, я не буду сейчас на них останавливаться, но очень важно для всех нас, это, конечно же, тот пресловутый ЗОЖ, здоровый образ жизни, который повышает сопротивляемость организма к вирусной инфекции, об этом нельзя забывать, мы должны спать полноценно питаться и, конечно же, физическая активность на свежем воздухе. Мы сильнее, об этом говорит Минздрав, утверждает Минздрав, и мы, конечно же, поддерживаем. Более того, наши клинические психологи организовали экстренное психологическое телефонное консультирование для медиков в условиях пандемии. Телефон работает, и по основным принципам экстремальной психологической помощи у нас, конечно же, это конфиденциальность. Психологи не оценивают нас или, собственно, нашу ситуацию, не дают советы, не наставляют. Психологи помогают, и один из принципов телефонного консультирования – анонимность. По телефону 8-812-439-95-53 можно позвониться и обратиться за таким вот экстренным психологическим консультированием. Психологи наши имеют опыт работы в экстренных ситуациях, которые, к сожалению, неоднократно возникали в нашей жизни. И я, прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить всех сотрудников, работающих в области реабилитации нашего центра, в том числе работающих в отделении реабилитации, потому что, несмотря на пандемию, мы смогли сохранить здоровье и поддержать здоровье психологическое, физическое и наших пациентов. Поэтому спасибо вам, спасибо нашему центру.